после золотой схватки 70 килограмм. А не видишь, что это Сергей достал? Чтобы сильно не наклонился. На ковре А в красном трико выступает Анзор Закун, сборная России, представляющая Республику Крым, параллельный зачет Кабардино-Балкарскую Республику. Мастер спорта международного класса. Москву тренируется у Казиева, Биязя и Гусейнова. Чемпион Москвы. Все нормально, спокойно работает. Не надо там все. Нормально все. На ковре С в красном трико Муртазали Муслимов, Азербайджан, город Баку, бронзовый призер вторых исламских игр. В синем трико Чернин Yeah.
начинается второй период и ведет со счетом 1-0 Рамазан Рамазан. Чермен. Дургу захват, давай! Активно, судья! Активно!
Пошли. Ты эту вещь оставь, как не получит, ты должен спариться. Показывай, ты должен захват найти. Слушай, подожди. Если ты не найдешь, то найди захват. Как хочешь, давай, бизнес найди. Я настроен с бибабками, что мы можем пошать так. Постоянно, постоянно, дай нам лас. На пайке, что мы варжи там хава. Давай, работай сейчас, не надо останавливаться. Работай. Дергай. На ковре А решила судьба первой бронзовой медали в весовой категории до 70 килограммов. Ее обладателем стал Анзор Закуев. Крым, параллельный зачет, Кабардино-Балканская республика. Валиев, Россия.